Венский медленный вальс, страстная танго, ритмичная самба и зажигательный ча-ча-ча. Все эти танцы были включены в программу соревнований и сказки Нового года, которые по традиции проводит Елена Пастернак. В этом году в них приняли участие около 300 танцоров из трех стран. У нас приезжают всегда и Россия, и Литва, и вся Латгалия. Но все равно сегодня Новый год. И у всех хорошо, что они нашли возможность прийти и потанцевать. В Даугавпилсе не так много танцевальных коллективов, только 8. Для сравнения, в Риге таких 85. И естественно, что и соревнования, на которых можно было бы заработать пункты, для нового разряда у нас меньше. Поэтому ребята используют любую возможность, чтобы подняться по спортивной лестнице. Соревнования «Сказки Нового года» не стали исключением. Участники зарабатывали драгоценные пункты, чтобы подняться на новый уровень. И местные танцоры действительно продемонстрировали высочайшее мастерство, заняв много призовых мест. Я доволен своими парами. Они молодцы, они стараются, они показывают все то, чего я от них требую. Техника, ритм, техника ног, техника рук. Я доволен всем. Помимо конкурсной программы, которая включала в себя как европейские танцы, так и латиноамериканские, гости из Резекне подготовили потрясающий сиквел на тему известного и любимого многими фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». А в это время дети разного возраста использовали замечательную возможность усесться на колени к Дедушке Морозу, рассказать ему стихотворение и получить сладкий подарок. Всем желаю счастья, всем желаю здоровья, и всем желаю 14-го доброго года.